наемников, тех, у кого отобрали все самое дорогое. Так удивительно, здесь над цветами летают бабочки-бражники. Я показывала вам в прошлых видео. Сейчас не сниму, они там далековато туда с той стороны улетели. Все хочу их подснять. Они такие большие. Да, там летают бабочка-бражник. Ой, улетела. Не успеваю снять. А мы в сборах. Нужно ехать с Алексом в Санкт-Петербург на консилиум на медицинский. Вот. Дальняя дорожка нам предстоит. Прошу молить. Сегодня что-то я вот вышла. Нет связи. Феникс что-то не работает. Понятно. Хотя, конечно, понятно, может быть, глушилки работают. Может, связь глушат. Ну, вообще всю. Но прилеты сегодня уже были. Правда, не смотрела, где. Мы идем домой. Мне работать, Алексу учиться. Розочки наши. Донецкие. Поливают, но очень жарко. Они такие немножко посворачивались. Такие. Чуть-чуть пахнут. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть больше никто никогда не умрет. Пожалуйста, пусть больше никто.